Спасибо, что вы пришли сегодня на наше выступление. Я думаю, что это станет хорошей добрая традиция походить в это замечательное место. Сегодня для вас квинтет из замечательных музыкантов. Вибрафон сегодня Владимир Головко. Все сорта и рода саксофонов и флейт Антон Залетаев. Сзади сидит человек, который играет на перкуссии, это Вартан Бабаян. Вот справа от сцены это Петр Ившин. И спасибо, что пришли. Этот концерт благодаря замечательному месту здесь и благодаря нашим замечательным друзьям. В первую очередь это Райка Копян, который здесь находится. Сергей Фонтарик, то есть есть люди, которые делают такие выступления, и хорошо, что они все приходят в нашем славном городе. Вся сегодняшняя музыка авторская, написана мной очень давно, в разное время, поэтому будем потихонечку двигаться. Следующая композиция чем-то напоминает фольк-музыку, и так просто фольк. Thank you.
так говорят, сейчас можно так говорить. Вот. На самом деле, они иногда играют эту программу, то есть три года. Это прям составом. Я очень надеюсь, что вскоре будет наша пластинка. Я вот представляю композицию в каком-то ключе. Я не знаю, как это назвать, спрашиваю, что это такое. Я не знаю, как это называется. Поэтому вот таким вот оригинальным составом мы иногда играем. А следующее произведение несет нас годы будет 17 года, до 17 года, когда в московских дворах, если помните, ходили такие страхные, небритые люди, на двое часов в 6:30 утра начинали нести двор.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Как хорошо, барабаны. Конечно, герои. Вот он был Ян Бегутия. Владимир Голоухов. Кирилл. И там залетает саксофон. Вам понравилось? Еще? Thank you.
Thank you.
Сегодня у нас интересный полный регулировок в составе замечательного Петра Ишина.